Почти 3 миллиона кубометров мусора вывез региональный оператор за год работы. В октябре 2018-го наша республика одной из первых перешла на новую систему обращения с отходами. Итоги подвели сегодня. Итоги первого года мусорной реформы в цифрах выглядят так. 83% жителей поняли необходимость новой системы и начали добросовестно платить. Из 98% населенных пунктов республики региональный оператор сейчас вывозит мусор на полигоны. С оставшимися 2% это 40 труднодоступных для мусоровозов деревень вопрос еще не решен. Если услуга не оказывается, то и начислений производиться не будет, и они не производятся. Если даже где-то ошибочно были произведены эти начисления, то они пересчитаны, значит, аннулированы. Пересчитывают плату и из-за норматива мусора, который каждый житель Чувашии производит за год. Изначально в тариф заложено 2,2 кубометра. После многочисленных обращений селян, которые, к примеру, пищевыми отходами кормят скот, для жителей сельской местности плату снизили на 20%. Ежемесячно перерасчет производят для 343 тысяч человек на сумму в 5 миллионов рублей. В ближайшее время норматив пересмотрят для всех. В течение года специалисты делали замеры фактического образования отходов. Значит, определены 8 муниципальных образований, в котором проводилась данная работа. 4 городских округа и 4 муниципальных района. На сегодняшний день замеры образования отходов на этих выбранных контейнерных площадках уже проведены. На сегодняшний день проводятся расчеты непосредственно самих норм накопления. Еще немного цифр. За год в офис регионального оператора поступило 300 тысяч жалоб и обращений. Многие из них звучат так. В деревне до сих пор нет контейнеров. Во время прямого эфира на национальном радио глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, республика взяла на себя часть расходов и за счет бюджета закупила около 7700 контейнеров. Оставшаяся часть за рекоператором. Сейчас ведем самостоятельно переговоры с финансовыми кредитными организациями о получении кредитных средств, и за счет этих средств будут закуплены в том числе и контейнеры. По заверению Виктора Лугуновского, кредиты компании на тарифах для населения не скажутся. И еще из результатов за год. В Чебоксарах и Новочебоксарске в пилотном режиме начался раздельный сбор мусора.